Доброе утро, мои подписчики. Вот я решил вам снять, как я иду на работу. Проснулся я. Сейчас попью кофейку. Покурю и буду собираться уже на работу. По-моему, я уже почти собрался. Сейчас пойду покормлю кроликов. Погода у нас сегодня сильно отличная. Жарко будет, жарит солнце. Уже с самого утра появилось солнце. Будет сегодня сильно жара. Ну что сделаешь, на то оно и лето. А кофе хороший, с утра сразу бодрит и просыпается. Да я уже привык к кофе. Барсики там ходят, цветочки нюхает. Самый первый просыпается у нас это барсик. Барсик всегда просыпается первый и кричит, как резанный. Только ему кушать, давайте кушать и все. Это дурная привычка курить, надо бросать. Что-то не могу бросить. Сегодня иду, а завтра будут у меня экзамены, а потом еще неделю проработаю первую смену, а потом буду ходить в третью смену ночью с 10:30 до 7:30 утра. Ну, у меня в ночную смену лучше, потом у меня в день будет больше работ, больше времени по хозяйству заниматься. Светлане помогать в огороде. Барсик, смотрите, как барсик себе с самого утра уже орет. Барсюк, иди до меня, иди. Просит, чтобы его погладили, барсика, да? Барсика погладить, да? Погладить барсика. Вот так с утра барсик балдеет, а? Барсик проснулся, хочет, чтобы его барсика гладили. Барсик маленький, ух, барсик свой характер показывает, бьется, смотрите, как он бьется. А? Псих, ты психуешь? Барсик психует? А? Псих, а? Барсик псих, как нервничает хвостиком, машет. Барсик, ты психуешь, да? Барсик психует. Почему ты психуешь, барсик, а? Такой нехороший пацан, а? Вот уже первый, потом проснулся Вилечка, второй. Вначале барсик, теперь Вилечка проснулся. Первый Вилечка. Долечка еще спит, да? Долечка спит, да? Долечка спит. А Вилечка уже проснулся, да? Папа провожает на работу. Вот такой мой мальчик маленький. Провожает папу на работу, да? Мой такой красавчик. Проснулся парень. И провожает папку на работу, да? Хочешь с папкой на работу? М? Папка... Вас на выходных днях надо вас почесать. Хочется папка тебя гулять, да? Он такой маленький, маленький пацанчик. Так, ребята, во дворе его не какает. Постоянно надо его выводить со двора. Постоянно со двора надо выводить. Не хочет во дворе какать, только писает. А выводить надо его, да, Вильчик? Такой сонный пацан, сонный упал. Хочет, чтобы ему пузо чухали. Такой радый, да, малышка радый. Сегодня будет жарко, Вилечка, да? Ой, жарко будет. Вилечке будет прятаться, водичку будет пить, такой маленький. Иди спи, малышка, а? Папка придет с работы, и потом будем с тобой играть, да? Сейчас пойдем проверим кролику, дадим им водички покушать, да? Мой малышка, такой малышка. Маленький такой пацанчик, а? Красавчик. Такой мой зайка маленькая. Любит, как его ласкает. Он такой с утра такой ласкательный. Так, мальчик мой. Будь здоров. А вот и наши кролики. Сидят себе. Да, прохладно с утра. Солнышко вам сюда не попадает. Так, ребята, сейчас дам вам покушать маленькие. И Вилечка пришел обход со мной. Он каждый раз со мной приходит. Доля не так, а Виля постоянно приходит. А черный уже взял коробочку с водой, перевернул, так? Ты барашек маленький.
Сейчас, Видечка, их накормим, дадим им кушать, да, водички дадим. Так, мой мальчик? Эй, альбиносик, с таким носиком, таким прикольным он, посмотрите. Он мне самый больше такой нравится, это самец. Красавчик, красавчик такой, да? Вот мы с Вилечкой уже на прогулке, да, Вилечка? Иди вперед, давай. Сейчас Вилечку выведу. Минут 10-15 Вилечка погуляет. Заведу его домой и поеду на работу. Остановка недалеко тут. Вилечка уже знает, куда ему ходить. Смотрите, какая погода прекрасная сегодня. Вилечка вперед как бежит. Дорогу, видите, как сделали, асфальт положили. Молодцы, а то были такие ямы. А только что проблема, что они сделали этот асфальт, а стеки не сделали, водяные, где вода сходит. Дождь падает, и вода собирается. Я не знаю, почему они не сделали. Какая трава хорошая. Надо будет покосить кроликом. Так что жалко, что у меня косы нету. Надо будет покосить. Пошли, Вилечка, пошли. Пойдем, мой маленький, пошел. Вилечка, любитель травку нюхать. Так, Вилечка, любишь травку нюхать? Вилечка. Ребята, забыл мусор взять, выбросить. У нас только одна мусорка на углу стоит. Раньше стояло две, а сейчас потому почему-то одна мусорка. Какая красота, все уже здесь. Везде есть уже вишенки, черешни. Люди уже с утра убирают. Вилечка уже сел кекса валить. С утра. Во дворе я же вам говорил, что он не хочет какать. А там дальше остановка у нас. Недалеко. Пару шагов сделал уже остановка от нашей хаты. Как раз конечная. Прекрасно. Потому что сейчас с этим вроде уже карантина такого нету. А все равно пускают только в маршрутке или в автобусе только сидячие места. А так-то не пускают. Ох и жарит. Пойдем, Вилечка, пойдем, пойдем, мой зайчик, пошли. Вилечка идет, маленький мой, давай, бежи вперед, бежи. Он же все места знает. Метит свою территорию везде. Так, Вилечка? Тут его подружка за забором живет. Но она привязана, не раз ее отпускают, и Вилечка через заборчик с ней здоровкается. Да, Вилечка? Здоровкайся с ней. Малышка. Ну что, разворачиваемся, пошли домой, малышка. Идем, бы у папы нету времени, надо на работу. А потом с тобой, Вилечка, еще погуляем. Мама тебя в обед выведет, хорошо? Пойдем, мой зайчик, домой, пойдем. Пойдем, мой малышка, пошли. Пошли домой, пошли. Ну, пошли. Пошли, там тебя Доля ждет, пойдем. Бо у папы нету времени, пойдем. Упирается, не хочет, видите. Хоть что гулять, ну, Вилечка, нету у папы времени. Пойдем, Вилечка, пойдем. Пойдем, мой малышка, идем домой, пошли. Иди до папы, иди сюда, мой маленький, иди, иди. Ну, Вилечка, с какой скоростью бежит домой? Так, Вилечка? Смотрите, как он топает домой, быстренько бежит. Свое дело сделал и домой, да? Бо Долечка тебя ждет, малышка. Как он быстро бежит. Насчет этого молодец, покакает и быстренько домой, так, Вилечка? Молодец, мой зайчик, пошли, 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 мой малышка, пошли домой. Не, папа в магазин не идет, пошли домой, домой, видите, как он меня зовет в магазин. Папа не идет в магазин. Пошли, пошли, папа ничего не будет покупать, пошли. Я же не буду в магазин идти, пошли. Пока...
дойдет домой, всю территорию будет метить, да? У людей под забором растет цветочки. Пошли домой, пошли. Идем домой? Не хочешь домой идти, да? Ну, что я сделаю, Вильчик, пошли. Ну, пошли домой, пошли, мой маленький, пошли. Пошли, я знаю, что ты не хочешь домой. Пошли. Это соседская собака. Виля с утра всегда с ней здоровается. Раз, я писал. Для чего ты описал забор? Пошли. Пошли. Мы уже подходим к своим воротам. Смотрите, как Долечка его ждет. А Долька Вильку ждет, да? Долечка Вилечку ждет, дырочку высматривает, да? Где там Долька? Только носик видно, Долькин, да? Сейчас скажи, Долечка, зайду, да? Сейчас папа откроет ворота. Минуту. Это мои ключи. Долечка уже ждет. Ждет Вилечку. Вилечку ждет маленького. Да? Ну-ка, где там наша принципесса? А вот уже Вилечка пришел, да? И Долька сразу проверяет, или он какал, или нет. Что, попа грязная? Вот скажи, бессовестный Вильчик, да? Подожди, папа тебе снимет. А так она его встречает, обнюхивает, да? Что, какал Вильчик, да? Проверил. Проверила, да, что Вильчик уже кекса навалил. А ты во дворе какаешь, а Вильчик не может какать. Вот так они просыпаются, вот это у них начинается утро. Так, Вилечка? Вот так они, вот так, поцелуй Вилечку, поцелуй. Молодец, молодец, девочка. Проверь, с кем он там был. Так? Так?